на кочку. Во. Здравствуйте! Сегодня мы проводили интересную научную природную экспедицию по местным новосибирским болотам и лесам. И в связи с этим мне бы интересно было, и вообще всем бы, наверное, было интересно услышать мнение эксперта, специалиста. Таких специалистов — это вообще-то уникальные люди, которые в наше время непростое занимаются вещами, просто непонятными для многих, но очень важными в нашей современной жизни и вообще в жизни людей. Это природа, экологическая ниша, то, где мы живем. Я хочу просто сказать, что недавно в Новосибирске проходил болотоведческий симпозиум международный, который проходит раз в 3 года, где собирались ведущие научные эксперты мира. И вот Илья тоже, как один из экспертов российских, присутствовал там. И сегодня мы прошли, даже вот сделали такую экспедицию по Новосибирскому болоту. У нас вот с помощью вот такого интересного, уникального оборудования брали грунты, рассматривали растения. Я бы хотел, чтобы Илья нам немного рассказал, что означает в нашей жизни вот эта экологическая такая ниша. Илья, представьтесь, пожалуйста. Илья Владимирович Филиппов, сотрудник кафедры биологии Югорского государственного университета. Одновременно с этим являюсь инженером научно-образовательного центра при Югорском университете. Вот. То есть мы занимаемся и образованием, и наукой немного. У вас ученая степень есть? Нет, ученой степени нет. Ну, кандидат там? Нет. Ученой степени нет, ну, звание доцента у меня в университете есть. Ну, то есть вы ведете лекции, преподаете студентам? Какую специальность, какую науку? Ну, в основном несколько экологических дисциплин. Экологическое картографирование, биогеоценологию. Это такая общая экология. Уникальная, скажем так, наука. Вот такие дисциплины. Нескольких курсов, и они там разного объема. Насколько я знаю, вы как один из таких экспертов по болотам, болотовед, можно сказать, так? Ну да, можно сказать. Науку, в которой я работаю, можно назвать болотоведением, да. Есть вот такое направление. Да, вообще интересно. Вот болото – это такая уникальная экологическая ниша в природе. И многим она кажется, скажем так, ненужной, может быть, или какой-то неприятной, или там… И есть такие даже позывы, были такие у людей, осушали болото, там убирали болото. Вот вы можете рассказать вообще вот людям, что такое болото вот в природе? Для природы, для экологии, для ландшафтов? Ну, в первую очередь, болото – это естественная экосистема, такая же, как и лес. Просто для человека она менее понятна, он для нее не приспособлен. Человеку ему лучше жить на берегу реки. Ходить по болоту. Ну, чтобы там песочек был, это для него естественно. То есть исторический человек жил на берегах рек. Болота для него были опасны, поскольку там, особенно у нас сибирские наши болота, они в себе там ни малярии не несут, ничего такого. А вот на юге, где он сталкивался с болотами, они еще и были источниками болезней. Поэтому у человека к болотам есть некоторые настороженные, понятно, отношения. Понятно, они труднопроходимые, на них трудно жить. Они малокормные для человека. Там не так уж много можно чего съесть. Это известно всем по сказкам даже, где живут всякие кикиморы, леши, да, бабы-ёки. Ну и потом вот это оставшийся издревле страх перед болотами. Да. То есть вот кикиморы, там все такое. Вся нечисть. Потому что это наиболее дикие и дремущие обычно участки природы, куда человек редко показывается, и просто для него это незнакомо и чуждо. А насколько оно важно на самом деле для природы? Ну, вот я еще раз говорю, что болото, оно, во-первых, это естественная экосистема. То есть человек – это же только часть вообще природы. Мы с вами вот люди, и мы можем смотреть на себя антропоцентрически, как это сейчас в философии принято говорить. То есть смотреть только своими глазами на все. И не можем посмотреть глазами вот там какой-нибудь змеи или там птицы на свою окружающую среду.
Естественно, что при таком подходе болото нам кажется чем-то ненужным и непонятным. Тем не менее, болото является средой обитания для целого ряда именно болотных животных, болотных растений. Вот. То есть это самая первая их функция. То есть это среда обитания, одна из сред обитания на нашей планете, которая сложилась там тысячелетиями, и она существует тысячелетиями. Вот нашим западносибирским болотам в среднем около 10 тысяч лет. Иногда чуть старше, иногда чуть младше они. Они образовались после отступления последнего ледника. Ну и, соответственно, весь комплекс жизни, который там сформировался, ему тоже такой же примерно возраст. И он по-прежнему существует. И чтобы он и дальше существовал, нужно эти болота сохранять. Вот. Для человека болота стали интересны, когда он достаточно размножился и перешел в промышленную стадию развития. В первую очередь, конечно, болота были интересны как источник торфа. То есть вот когда большевики пришли к власти, один из первых декретов Ленина был как раз декрет о торфе. Потому что планировалось переводить все электростанции на торфяное топливо. Собственно, вот тогда в окрестностях Москвы, в Московской области, было осушено много болот. И они осушались не столько под разведение леса там, сколько для того, чтобы добывать торф. Илья, к чему я веду? Объясните. Вот к чему это привело и к чему это сказать. Это могло привести к разным последствиям. То есть торф начал активно использоваться. Действительно, было несколько электростанций запущено на торфе. И это возобновимый источник топлива. В отличие от нефти и угля, которые невозобновимые источники, торф он возобновимый. И вполне как бы правомерно его использовать. У нас его огромные запасы. Другое дело, что ситуация изменилась, и были найдены более энергоемкие носители, то есть уголь, и его более, видимо, было тогда рентабельно добывать. Легче, рентабельно, да, эффективнее он, кстати, как энергоресурс. То есть от торфяного фонда, ну, от использования торфа в качестве топлива помаленьку начали отказываться, да. А болота уже были осушены на больших площадях, что как бы заложила вот эту бомбу замедленного действия, которая аукнулась в 2000-х годах массовыми торфяными пожарами, когда даже у нас в Новосибирске солнце было красное от дыма. Это в Томской области? Это горело в Московской области в 2000 году. И сюда это все долетало. То есть это уже трагедия, ну, катастрофа планетарного масштаба. Ну какое расстояние Москва-Новосибирск? И у нас все было задымлено вот этими шатурскими болотами. Да. Еще тверские болота горят очень сильно. Ну это, в общем, тоже, видимо, осталось того же периода. Потом была волна осушений, связанных с тем, что лес пытались выращивать на осушенных торфяниках. До сих пор как бы неоднозначно специалисты оценивают успешность этого мероприятия. То есть факт, что деревья начинают расти быстрее и древостой более такой деловой становится на осушенном торфянике. Но насколько все это успешно проведено, в общем, до сих пор однозначного мнения нет. И последствия никто не понимает. С последствиями тоже не все ясно. То есть прошло как раз 100 лет со времени массовых осушений. Ну, я здесь не очень большой специалист по всем этим осушениям. Я просто слышал несколько докладов людей, которые сами занимались осушениями, у них нет единого мнения о пользе этих мероприятий. Ну, скажем так, я, извините, перебью. Вот мы видим, что вот эти страшные пожары, которые возникают в центральной части России, их даже годами не могут остановить, эти пожары, потому что торфяники сгорают изнутри, горят долго. Способов остановки этих пожаров никто не знает. Вот в Тверской области уже много лет горит, там просто практически проезжать даже невозможно, там дышать нечем, особенно в засушливое лето. Ну, вот Greenpeace в 2011 или 2012 году горело очень много торфяников в Рязанской области. Они закачивали, ну, Greenpeace, добровольцы, закачивали воду из бронзбойтов прямо в торфяную залежь, чтобы ее залить. Но это очень много воды нужно. То есть это вручную сделать в принципе невозможно. Это нужны источники воды, очень много воды.
моторы, насосы мощные, которые бы позволяли перекачивать. То есть это проблема серьезная, тушение торфяных пожаров. Ну вот как вы думаете, в связи с чем возникают сегодня такие вот попытки снова подступиться к болотам людей? Видимо, каким-то, может быть, застройкам там современным или что? И насколько это опасно или чревато? Очень разные мотивы на самом деле. Одно дело в черте города, тут свои мотивы. В природе, ну, где большие массивы пытаются осваивать, там другие мотивы. Вот можно сказать одно, что сейчас правительство Московской области выделяет деньги на обводнение, торфяников, которые были осушены. Осушены 100 лет назад. Да. Это дешевле, чем их потом тушить. Тоже там есть куча всяких спекуляций, и не так все просто. Не так просто обводнить торфяник, чтобы не повредить окружающие территории. Это же уровень воды поднимается, начинает подтапливать ближайшие районы, которые уже привыкли, что там болото истреблено. В общем, там сложное тоже все это. Не так просто. Тем не менее, было принято решение торфяники обводнить с целью недопущения пожаров в будущем. Разговоров по восстановлению биологической ниши, конечно, нет. В России пока это, видимо, не столь актуально. У нас болот много до сих пор осталось. И многие из них в естественном состоянии находятся. А вот в европейских странах, вот голландцы к нам часто приезжают, посмотреть, как выглядят болота, потому что они свои болота истребили уже очень давно. То есть там шла конкуренция человека с другими, значит, С природными вызовами. Да, просто за площадь, потому что их много, площадь маленькая. Отбивали у океана. И у океана даже пришлось отбивать, не то что там болото. Вот. И они свои болота, конечно, давно свели, но поскольку при такой концентрации людей они все больше и больше начинают осознавать, что без природы жить тяжко, у них, во-первых, экологическое сознание гораздо выше, чем у нас. Они многие знают там сотню видов птиц, например. Просто обычные люди, которые не являются биологами. У нас даже многие экологи не знают столько птиц. И они их любят, этих птиц. А вот эти птицы у них голландские, они часто живут на болотах. То есть есть целые группы птиц, которые только на болотах живут, там гнездятся, кормятся. И они начали помаленьку, голландцы, эти болота восстанавливать. У них прям направление в науке есть, восстановление болот. Ну хорошо. И на это и деньги выделяются. И вот они сюда приезжают посмотреть, как оно выглядело, как раньше, до того, как они это все уничтожили. Ну хорошо, Илья, спасибо за это. Спасибо за эту вот вводную часть лекции. Давайте теперь коротко о том, чем мы сегодня занимались. Вот на территории Новосибирска, города Новосибирска, есть уникальное болото. Площадью где-то 5-6 квадратных километров, да, примерно. Это немалая площадь, скажем так, и поползновения вот такие вот современные, они идут к тому, что, возможно, какие-то городские власти примут там какое-то решение, которое приведет к тому, чтобы это болото, может быть, как-то осушить, расширить площади застроек каких-то или еще чего-нибудь. Вы, как специалист, можете сказать, вот это вот конкретное болото, по которому мы сейчас ходили, где исследовали грунты и растения, насколько оно уникально для Новосибирска, насколько оно нужно для экологии города? Ну, во-первых, это не только болото, это очень сложный комплекс. Это вообще лесной массив, вообще уникальный. Ну, вообще он в целом лесной массив, но 60% площади занимают болота разные. На самом деле это целая цепь местообитаний, которые от более возвышенного участка, от Бугатакских сопок, постепенно спускаются к пойме Оби. То есть тут исток вод и смена растительности наблюдается. Само по себе вот местоположение этого массива, будем так говорить, шлюзовскими лесами мы его тут называем для краткости, оно уникально, потому что находится на стыке Барабинской низменности. То есть это окрайка западно-сибирской равнины, и сюда лесостепь заходит, лесостепь. Потом, значит, Бугатакские сопки, это уже, по сути дела, отроги Алтай-Саянской горной системы, то есть тут горы. И третий компонент мощный, это сама Обь, как вот транзит с юга на север, называется озональный элемент, то есть пойма Оби. То есть лесостепь, равнина, пойма Оби,
и уже начинается гористая местность, Буготакские сопки. И вот прямо на стыке находится вот этот самый Шлюзовской лес. То есть даже в планетарном масштабе явление уникальное. То есть и Барабинская низменность – это уникальное явление, и Буготакские сопки – уникальное явление, а стык их тоже уникален, тем более он еще усложняется пойменными процессами. Далее, уникальность этого места в том, что он находится в черте города. Это городские леса, которые сохранились достаточно хорошо. Это же городское болото. Да, городские леса, городские болота, городские водоемы. Это, в общем, сложный комплекс. Вторая причина уникальности – это вот то, что в центре города удалось, ну, случайным, видимо, образом, или не случайным, мы пока еще не очень знаем, сохранить этот участок земли. Положение, уникальное положение в рельефе привело к тому, что здесь живут, ну, я ботаник по профессии, поэтому я могу говорить о растениях в большей степени. Живет около 500 видов растений. Степных, лесных, болотных. Причем лесные здесь как из леса степи, так и таежные. Есть редкие, наверное, которые входят в красные книги. Да, есть ряд редких растений, которые входят в красные книги как и Новосибирской области, так и Российской Федерации. Например, здесь вот все три вида башмачка обитают, которые у нас в области водятся. Крупноцветковый башмачок, капельный и настоящий. Это большой козырь вот с точки зрения сохранения. Потому что, ну, чтобы понимали люди, которые это увидят, то есть, наверное, законодательство, да, какое-то. Есть, которое, федеральное законодательство. Законодательство, которое не допускает застройки, уничтожения таких вообще уникальных мест. Местообитание видов, внесенных в Красную книгу. Не просто же так ученые изучали все, да, эти они вещи. Они должны быть исключены из хозяйственной деятельности любой. Все эти списки уникальных растений, и не просто так. То есть они должны быть исключены законодательно из всей хозяйственной деятельности, из любой. Не то, что там просто брать и застраивать, осушать и так далее. Да. Потом, ну, вот этот лес, его любит местное население. Ну, в нем постоянно все гуляют, там, ну, сеть троп развитая. И вот вчера у нас снимали вести, проходили мимо мужики с GPS-ом. Говорят, что это вы тут, что вас тут снимают? Да вот мы тут болото защищаем. Говорит, нет, говорит, это болото хорошее, не надо его застраивать. Мы тут гуляем. Это единственное, говорит, место осталось, где погулять в лесу можно. Так что вот много как бы срослось вот всяких аргументов за сохранение этого участка. И не так много аргументов за его застройку. Вообще вопрос. То есть, на самом деле земли для строительства навалом. И можно как-то. Ну вообще, вот как природный вот такой вот памятник, вот это болото, оно вообще входит в какой-то порядок, вот болотоведение. Вот на симпозиуме про это болото не говорили. Я прошу прощения. На симпозиуме. За дилетантский взгляд. На симпозиуме я озвучил, озвучил проблему этого болота. У нас был специальный круглый стол, посвященный охране болот. Там, конечно, в первую очередь решалась проблема Васюганского болота. Это самое крупное болото на земном шаре, находится на границе Новосибирской и Томской области, и уже много лет, больше 20 лет, пытаются там создать заповедник. И все это, в общем, волокита идет. Ну и там вот прозвучал мой доклад в защиту нашего маленького болотца внутри Новосибирска. И, как ни странно, несмотря на то, что информации научной было мало, и он был скорее такой обзорный такой доклад, был большой очень отклик, тем более, что на симпозиуме было большое количество людей, которые занимаются вот охраной природы и созданием особо охраняемых водных территорий. Очень много людей прям выходило и высказывалось в защиту и с советами нам, как нам защитить это болото. Вплоть там до того, что даже, скажем, методичка уже разработана с шагами по созданию особо охраняемой природной территории. Ну, что, может, еще хотите сказать? Вы же уроженец Новосибирска, да? Да. То есть вы знаете это болото, вот конкретно этот лес, конкретно знаете. Этому болоту я с самого детства. То есть у вас даже брожу. Ваша профессиональная деятельность, наверное, даже интерес. Очень может быть, интерес что, ботаники, да, начинался именно вот с этих мест. Что вот оно вам дорого. Поскольку детство прошло в местах болотистых, и болота привлекали меня именно как места концентрации всякой жизни, возможно, это и определило
будущую профессию. Ну, потому что путей развития много было возможных. Ну вот как-то так оно все. Ну, я бы еще добавил, что Илья специалист не только, конечно, по этому болоту, это российский специалист. Он прошел, конечно, десятки тысяч километров изучения всех экосистем различных, и вклад вот таких людей в будущее вообще нашей жизни, он, конечно, уникален, он нужен. Спасибо, Илья, вам за ваш труд, за вашу деятельность. Всего вам доброго, всех всяческих успехов в вашей профессии. Спасибо. В нашей стране всякие события происходят, но бывают другие цели и задачи, наиболее тесные, наиболее близкие к людям. И вот такая тема есть, как сохранение природы и экологии, той, в которой мы обитаем, в той, в которой мы живем. У нас в Новосибирске есть такой микрорайон, ну не микрорайон, а район, скажем, шлюзовой, где Обское море, Обское водохранилище соединяется с Обью. Значит, и здесь есть такие уникальные природные места. Есть старинный лес, который уходит своими историческими корнями памяти даже в царские времена, да? Назывался он, вот Борис мне сказал, назывался он при царе кабинетные леса, и в то время даже при царе его запрещали вырубать, потому что эти леса имеют уникальный совершенно природный ландшафт, уникальное свойство. Это сосновые такие богатые леса, сосновые, лиственные, такая лесопарковая зона, скажем так. Здесь же находится интересное природное явление, это болото в городской черте. Мы сегодня провели там такую научную, самую настоящую научную экспедицию с привлечением болотоведа, интервью которого в этой же передаче вы сможете увидеть. В связи с чем вот эти подвижки связаны? Я представляю местных общественных деятелей, членов ТОС, товарищества общественного, как ТОС это? Территориальное общественное самоуправление. Значит, председатель ТОС Марина Кузьмина и Борис Исуев. Тоже, ну, скажем так, эти люди здесь являются общественными активистами. Буквально где-то несколько лет назад, полтора или два года назад, да, возник проектный такой план, который, согласно которому эта территория природная может отойти под застройку. Ну, даже раньше, на самом деле, потому что первый раз был план, это постройка технопарка. Вот. Технопарк, это все звучит. Полтора года, да? По-моему, больше. Вот нам необходимо выяснить, насколько важно нам в наше время или сохранить ландшафты и природу для будущих поколений, или застроить все эти места дорогами, технопарками, расширением различных медицинских учреждений, что здесь собираются вклинить. Знаменитую, кстати, клинику Мишалкина, которой никаких претензий нет. Клиника, конечно, знаменитая. Но почему за счет вот этого уникального леса, вот этого уникального природного ландшафта, которых сегодня остается очень немного, а я повторяю, это лес и болото находятся в городской территории. Это вообще какой-то нонсенс. Болото 5 квадратных километров, где есть растения такие, которые встречаются очень редко, внесенные в Красную книгу, где есть и животные, которые интересно живут, и цапли, и журавли, и куляки различные. Да, я не специалист, конечно, но интересное такое природное явление. И вот я бы хотел спросить ваше мнение. Вот отбросив все эмоции, чем может быть вообще чревато такая застройка, не только для даже вот потери вот этих, допустим, интересных и красивейших лесов, которые дают кислород, природу, потери, а вот может быть это чревато какой-то даже экологической катастрофой, как вы думаете? Ну, как думать, мы знаем об этом, здесь были уже пожары, торфяник. Торфяные пожары.
2011 году здесь местное лесничество, оно тушило пожар, потому что был очень сухой год. Ну и, вероятно, каким-то образом произошло возгорание торфа. Его не смогли только уйти в зиму довольно долго. То есть мы долго искали источник дыма, не могли найти. Лишь спустя годы, вот через 3 года, мы узнали, что это, оказывается, горел торф. Ну, было понятно. Нечем дышать. Хорошо, это понятно. Значит, ситуация такая. Если начинается застройка, значит, будет произведено некоторое осушение. Это же... Совершенно очевидно. Другого способа нет. То есть для застройки этой зоны, торфяной, заболоченной, слегка заболоченной, какие-то территории слегка, другие территории вообще заболоченные там, и стоит вот этот уникальный природный ландшафт лесной. Для того, чтобы там кто-то захотел застроиться, его надо осушать. И возникает вопрос, а что делать с этими торфяниками, которые там занимают огромные территории, несколько гектаров, которые занимают пласты там от 4, наверное, и более метров. Ну это же, это, наверное, экологическая опасность. Ну, думают ли об этом люди, которые вот это планируют, как вы думаете? Я думаю, что их не волнует. То есть вы выносили эти вопросы? Конечно, конечно. Дело в том, что у людей возникла своя мечта, вероятно, раньше, чем они подумали о том, что может быть, если они будут застраивать. Но люди же достаточно инертные существа. Если они спланировали и захотели именно там строить, то вы не положим эту территорию. Ну да. Вот. К сожалению, психология здесь играет не последнюю роль. То есть вот, перенастроить людей, часто поменять чьи-то планы, бывает очень сложно. Даже в бытовом смысле, на бытовом уровне. А если здесь по определенной договоренности были, и есть такое выражение, потому что оно... устаревшая, говорится, раскатать губу. А вот. Ну и вот в связи с тем, что желание застроить этот микрорайон началось достаточно раньше. Первый это грибной канал пытались сделать, потом пытались лишить садоводов земли, чтобы отдать землю под застройку, под многоэтажную или, как, скажем, или под коттеджную какую-то. Значит, были разные проекты. Ну, желание, когда люди видят вообще, вот есть категория людей, когда они видят пространство, которое не застроено. Не хочется его застроить. Да, потому что они ничего другого делать не умеют. Это как две функции. Могу копать, могу не копать. Да, могу строить, могу не строить. Ничего другого делать не умеют. Вот люди, которые постоянно ищут себе место, где наиболее выгодно, именно с точки зрения, как им кажется, бизнеса, построить, там меньше, там надо коммуникации, например, прокладывать. Допустим. Или там, допустим, будет дороже, они прикидывают, что вот в этом районе, наверное, дороже даст жилье продать. То прежде всего они с такой точки зрения подходят. Где будет квадратный метр стоить дороже? С точки зрения получения прибыли. Поэтому лес, он, конечно, привлекает многих людей. В связи с тем, что уже все понимают, что в городе люди, которые имеют хороший кошелек, стараются не жить. Разве что имеют какие-то квартиры, ну, когда с работы, чтобы далеко не ехать, переночевать, ну, покупают по 2-3 квартиры, бывает такое. А в целом многие обзавелись коттеджами давно. Ну, поскольку у людей, которые кошелек получается, они все равно периодически появляются новые люди, у которых нет таких, не поучаствовали в предыдущих, скажем так, слоях заселения в элитное жилье, то этот контингент начинает нарастать. Ну, это понятно, Борис. Да, это одна из причин, как мне кажется, потому что было предложение там построить, по-моему, 400 коттеджей для, значит, под крышей мешалки. Да, и мне интересно, вообще, имеет ли смысл задеть тут здравый смысл какой-то все-таки людей? Вы с ними дело, конечно, имели, вы обращались с ними, и считаете, что здравого смысла там, где есть деньги, там здравый смысл никакой не присутствует. Дискуссии вести с этими людьми не получается, поскольку аргументы, которые ты говоришь, они не слышат. А, в общем, как затвердили, есть такой положение, как попка дурак, да, примерно так вот. Так вот у них, они то одну фразу запомнят, начинают ее на любой твой ответ говорить. На самом деле диалога не получается, потому что любой диалог – это вопрос-ответ, вопрос-ответ. То есть люди не понимают, что при вырубке этих лесов обнажаются и осушаются торфяники. Я бы сказал, торфяники имеют свойство самовозгорания. Я бы сказал, что они не хотят в эту тему входить, потому что действительно вот их мечта красивой жизни, очевидно, она превалирует
над любыми разумными доводами. Ну как вы думаете, что будет это являться для Новосибирска? Опасная это будет зона или нет? Нет, ну сейчас международное сообщество, во-первых, вмешалось, надеюсь, потому что был 4-й конгресс по болтоведению, на котором как раз выступал Илья Филиппов. И резолюцию этого международного, вернее симпозиума, значит, вошло решение круглого стола, широко продискутированное и поддержанное всеми участниками, очень активно давали им хорошие советы, как организовать на этом месте особо охраняемую природную территорию. Я думаю, что этот довод, он достаточно серьезный для того, чтобы к нему прислушались. Потому что это сообщество из довольно серьезных людей. Уже подключили даже международный консилиум. Ну, получается так, что раз они здесь были, то к ним обратились и был доклад. И международное сообщество решило, что данная территория действительно оказывается уникальной. Не потому, что она в черте даже города, а потому, что она находится на стыке разных экосистем. И представляет собой ценность, которая попадает под федеральное законодательство, под защиту федерального законодательства. Потом пойти против федерального законодательства, наверное, можно, но это уже у нас некоторые осложнения для власти. Потому что вот среди тех людей, которые поддержали, находятся люди, которые, скажем так, на сегодняшний день это ведущие специалисты России, в том числе и мира. И некоторые из них, они, в общем, встречаются чуть ли не ежедневно с людьми, которые на сегодняшний день выбраны в качестве руководителей нашей страны. Поэтому я думаю, что этот голос, он не такой слабый международного сообщества, в том числе российского сообщества ученых, которые достаточно уважаемые люди. Но тем не менее, население всегда будет начеку, потому что, потому что самый худший вариант, когда нас не слышат, и в результате, так сказать, принимаются решения, вопреки мнению населения, тогда самая тяжелая работа начинается для местного сообщества, это сбор подписей, протеста и соответствующее, значит, поведение общества в такой напряженный момент. Шлюз был районом, который отличился уже в свое время, отстаивая свои права, некоторые дома вешали красные флаги, точнее вот красные эти полотнища с разными текстами, что вызвало достаточно быструю реакцию представителей, скажем так, сегодня главной политической силы на России. И они утрясали этот конфликт. Очень серьезно. Да, потому что сейчас вот выбор губернатора 14 сентября. Что еще, как не глаз народа, может к чему-то подвигнуть власть? Но поскольку люди здесь живут давно, и в этом лесу очень много таких подходов, кроме болота, которые там много таких дорожек, по которым мы, к сожалению, сегодня не прошли, где гуляют мамаши с детьми и просто люди, которые любят природу. Ну, это понятно. Ну, у всех на слуху история с Химкинским лесом в Москве. Все это слышали, да? Хотя там переросли в это политические конфликты и баталии, но у всех это на слуху, все понимают, что такое экологическая ниша, экологическая зона для жителей города и района. Я так думаю, Марина, вы как председатель ТОС понимаете, конечно, что такое потеря вот этого уникального, ну даже не потеря, а застройка там, изменение природного ландшафта, скажем так, да, это же может быть действительно привести к катастрофическим последствиям, а если, не дай бог, возникнет такое, как осушение болота, вот это болотистых, заболотистых местностей, я бы рекомендовал вот этим товарищам, которые об этом думают, съездить в Тверскую область и понюхать вот эти вот торфяники, которые горят в Тверской области уже много-много лет. Там проехать невозможно, там дышать нечем. Все это несет на Москву в засушливые годы. И представляете, что может случиться, если в территории нашего города, не дай бог, конечно, произойдет такая катастрофа. Торфяник, он имеет свойство самовозгорания. Очень засушливое лето. Ну, это тоже большой вопрос. Мы вчера задавали этот вопрос по поводу самовозгорания. Как утверждают болотоведы, это некоторое такое заблуждение самовозгорания, что вообще это все, конечно, дело рук человеческих. Все, что в черте, вот, скажем, там, где люди ходят, это все. Ну понятно, все равно это территория. Окурок, это костер, а самовозгорания нету, но это может быть гроза, когда вот сухой торф, чаще всего в лесу или брошенное стекло. Сухой торф это опасно, это стекло, которое в качестве линзы.
Если, да. Если его использовали как, извините меня, топливо всегда, во все времена. Ну, говорят, бутылка оставленная, попал луч, вот они рассказывали. Да, солнышко и все. Солнышко и все. Ну, это, в принципе, самовозгорание по существу. По существу самовозгорание. Ну, да, скажем так. Элементов опасностей очень много. Достаточно. Да, достаточно. А лес, конечно, богатый сейчас, он все это закрывает своей нишей, куполом. Это не понимать этого может только ненормальный. Ну, видите, у нас, к сожалению, человечество делится на нормальных и ненормальных. И, к сожалению, не всегда нормальный удается решать эти задачи качественно. Иначе мы жили бы немножко по-другому. Кстати, у нас здесь нюансы есть несколько иные, не такие, как в Москве, может быть, не такие, как в других областях. В других областях торфы горят в области где-то. Здесь болото находится в черте города. В черте города, да. И кроме вот непосредственно микрорайона Шлюз, на языке пострадает висит пороховая бочка. И верхняя зона Академгородка, микрорайон Щая, Нижняя Ильцовка. Более того, вот само местонахождение этого леса, оно, не говоря даже о его уникальности, что мы отдельно можно об этом сказать, оно находится таким образом, что оно является естественной преградой между Бирским шоссе очень напряженным, то есть вот все газы, вся эта гадость, которая полетит. Поглощается. Да, она, этим болотом. Если болот не будет леса, очистительный, да, надо не забывать вот о той огромной массе воды, которая на водохранилище. Да. Все, наверное, были свидетелями последнего урагана, который был. Он очень сильно лес вот когда этот вот. Люди. То есть вот представьте, такая масса лес воды. Лес сдерживает. Да, лес сдерживает. Ветер разгоняется по морю. У нас здесь на Шлюзе очень часто, ну, редкие дни бывают, что вот вообще нету ветра. Ветер почти все время есть. Вот. И понятно, что вот эта вот роза ветров преимущественная. Берем этот лес. Первый же ураган, который пойдет, это ветровало, как нам сказали, Нижняя Ильцовка, Ща. Марин, понимаете, я все, это все понятно. Но они же могут мотивировать так, мы лес вырубать не будем, мы поставим только застройки. Ну, там те. А на самом-то деле что произойдет? Ведь это же самая, ну, скажем так, опять же, клиника Мишалкина. Они хотят, мотивируют им то, что надо построить реабилитационный центр, да? Насколько они там просят 35 гектаров. Просят на любой разумный человек понимает, что на 35 гектарах можно построить лесной зоны, уникальной. Да, как минимум 35 таких реабилитационных центров. Но также они заявили, что им нужно построить онкологический корпус, гостиницу там. Но это как бы тоже. Но нужно им построить. Это, никто же не спорит. Это мелочи. Пусть плюс они два завода. Строят. Что такое два завода биопроизводства, мы знаем, насколько это опасно. И вообще это абсурд, насколько совместимо производство с медицинской деятельностью, которая происходит непосредственно в клинике Мишалкина. Предложение от общественности, от ученых. Надо обратить внимание на что? Что вот то место, где они собираются, вот то место города, это Советский район Правобережья, это Академгородок, в котором сосредоточено, ну, скажем так, вся элита научная, в том числе и страны, ну, как бы немалый процент. Здесь очень много специалистов, которые во всеуслышание вот, в течение последних полутора лет, первый раз, когда они этот проект планировки вносили, хотели, значит, начать здесь, точно, ну, как, скажем так, это сюрприз был такой, очень, скажем, неожиданный для жителей, что здесь собираются вырубать лес. Люди прекрасно понимают, здесь специалистов хватает, которые доступно объяснили, к чему это приведет. Да. И с точки зрения природоохранной, и с точки зрения экологической, со всех точек зрения. Вот. Сейчас у нас очень хороший аргумент появился. Мы здесь буквально вот во время трехдневной нашей, так скажем, научной экспедиции, мы зафиксировали места произрастания краснокнижных растений, причем краснокнижных растений, не только Новосибирской области, но и Российской Федерации. А по законодательству, как вот уже говорил Илья Филиппов, все места обитания краснокнижных видов, растений, животных и так далее, они не подлежат никакому хозяйственному, значит, воздействию. И мы надеемся, что этот аргумент
ляжет все-таки вот в какую-то такую основу вот наших, нашего пакета аргументов. Мы уже писали свое письмо на имя мэра с просьбой не выносить этот проект на публичное слушание, ну то есть прекратить вот процедуру вообще этого проекта планировки. Ну, это вот один из самых сильных аргументов. Потом это вообще-то зона городских лесов, в которых тоже не допускается никакая деятельность. Уже повырубали столько, да, что уже дальше нет. Ну, понимаете, вот мы ведь пошли на что? Казалось бы, вот тех аргументов, которые здесь есть, наличие краснокнижных редких растений, наличие вот этой вот городских лесов для нормального, скажем, чиновника, который болеет о своей территории, о своих людях, должно было бы быть достаточно. Но так получилось, что вот мы увидели, что этого недостаточно. Поэтому мы обратились к международному сообществу людей, которые непосредственно занимаются болотами. Сейчас мы намерены сделать серию публикаций о роли болот, в том числе, ну, чтобы как бы, ну, уж совсем было все понятно о том, что это такое. Ну и, безусловно, вот резолюция международного симпозиума, в который вошла и резолюция, рекомендации ученых мировыми именами. Мы очень надеемся, что все-таки это возымеет вот то действие, которое должно быть. Ну дай Бог, дай Бог. Дай Бог и вам здоровья, и за все ваши. Но мы готовы к акциям, да, безусловно, и митинги, и пикеты, и сборы подписей, и обращения в международные организации, письма президенту. Это, безусловно, мы будем это делать. Ну, я думаю, здесь нет никакой такой особой ни вообще политики. Здесь есть только борьба людей за, да, свое будущее, за будущее своих детей и вообще за свою жизнь. В принципе, ну, там, то есть не должны коммерческие интересы, ну, конечно, стоять на пути, да, здоровья, люди, которые, людей и безопасности. Ну, попросту говоря, 35 гектаров, скорее всего, это берется под застройку каких-то коттеджей, скорее всего. Я, ну, так понимаю. Ну, есть говоря, одна фирма, которая собирается здесь многоэтажные, ну, дома строить. Ну, то есть, наверное, ну, да. Так, нечаянно раз построить, да, и да. Все это понятно людям, люди сейчас. Да в том-то и дело, что людям это, вот, людям это понятно, все, да, это понимают. А ну, что произойдет при этом, это тех людей, которые этим занимаются, их это не интересует. Ну, они здесь жить не собираются. Вы зафиксировали много, это очень хорошо, молодцы, привлекли таких научных светил, правильно. А я сегодня зафиксировал попросту просто своими вот этими руками 4-метровую глубину торфа, которую прошурпили мы с Ильей. Да, ну, да, это действительно реальность. Это реальность. Вот те 4 метра, которые мы увидели торфа, это говорит, что как минимум этому болоту 4000 лет. Да. И вот, ну, как бы человек, ну, как бы должен с почтением остановиться вот перед этим, как-то сказать, правильно, ну, пойду поищу другое место. Ну, конечно. И пусть этот уникальный ландшафт послушает лучше сохранению природы, экологии, да, воздуха и сохранению здоровья людей. И воспитанию людей, наверное. И воспитанию молодежи. Раз уж оно, да, пусть здесь лучше учеников вводят и учат ботаники на этих уникальных растениях. И это будет, ну, конечно, дай Бог, чтобы вернуться к тем этому. Тем более, как мы помогли. Чтобы не в компьютерах они сидели, а ходили по лесам, да, по болотам. И были здоровыми. Живую природу. И любили ее, да. Спасибо вам, ребята, за вашу работу. Счастливо.